И всем привет, с вами Павечка. Сегодня продолжаю играть в игры Губки Боба. И, ну, эта игра называется, написано по-русски, «Приключения Губки Боба под водой». А по-английски «The Goo from Goo Lagoon». И я только зашел в игру, мне пишут: «Посмотри, Спанч Боб против Гу, нажми на меня и останься там навсегда». Ну, просто я на это уже нажимал, и, наверное, так переводится. Go only nick and every time for much time. Вот, и я посмотрел, нужно нажимать вот на эти штучки, и все. И просто мне дают какие-то очки, и это бессмысленно. Это очень глупо. Дурацкая игра. А может быть... А! А-а-а! Ты открыл секретный уровень. Нажми где-нибудь, чтобы играть. Так, некоторые синистры имеют тайнит. Гу from Гу Лагун. И это Хавок на Бикини Боттом. Я просто не умею, не очень хорошо перевожу. Но Сэнди имеет план. Это я знаю. Чтобы сделать правильно, темные становятся хорошими. Теперь время, чтобы что-то там примал. И Сэнди начинает искать Спанч Боба, чтобы дать ему работу. Я тут уже прошел пару уровней. А ты что такое? Ну, я, наверное, буду проходить эту игру. Ну, посмотрим. Первый уровень. Ну, так же, как я проходил, это Губка Боб играет в Angry Birds. Наверное, вот это. Так, окей, Спанч Боб, ты видишь некоторую память. Пузыри везде. Ты должен... Это тоже. Они помогают тебе запомнить всех детей, которые думают удачи. Ну-ка. Чё мне даст пузырь? Я его не подбирал, когда был... Когда проверял уровень. Давайте подберем, может будет хорошо. И посмотрите, у нас там наверху есть жизни. Наверное, мне нужно было убрать мышку. Я вот так вот ошевелю, и он плывет там наверх, вниз. Блин, ну что-то я не успеваю. Вон, у меня, видите, 17 секунд. И эта игра мне не очень понравилась. Это хорошая Гу. Собираю ее. И мы проходим. Я, наверное, не пройду на 3 звезды. Ну ладно, главное пройду. Я не знаю, как узнать, прошел ли на 3 звезды или нет. Но... Ладно. Проходим дальше. И вообще мне эта игра не очень понравилась. Я... Ни управление нехорошее. Берем пузырь. А потом вот так вверх, 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 вверх. Пузырь взяли. И теперь плывем наверх. Нам нужно вот сюда. Тихо, 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 тихо. Главное, чтобы Губка Боб не ударился. Почему мне сами по себе жизни отнимаются? Что за ерунда? Сейчас мне нужно наверх. Ладно, нафиг, мне нужен этот пузырь. Ой! У тебя красный цвет Гу! А, нет, это не то. Нужно его вот так подобрать, а потом вот... Ну какое же дурацкое управление, просто не могу. Не нравится мне эта игра конкретно. Ну блин! Да, прошел в последнюю секунду. Наверное, он пройдет. Что-то бесит на меня прям просто. Ну-ка, давай, игра, развлеки меня. Стойте, погодите. Ну-ка, давай, игра, развлеки меня. Блин. Вот так сейчас делаю. Вот. И слышно звук игры, и слышно меня. Все хорошо. У меня тут время тикало. Нажму-ка я рестарт. Тут нет рестарта. Ну ладно, побежали. Это беги увидеть море счастья. Блин, вы, наверное, ненавидите меня за такой перевод. Потому что он серьезно очень дурацкий. Ну что это за ерунда? Зеленая штука. А-а-а, она выключает. Ну, очень дурацкое управление, все прокрутит этот уровень, все бесит. Игра меня не любит. Я думал, сюда нажать надо. Это кто? И чё? Она сама по себе вниз уплывает? Да, я с ней ползу вниз. Не отпусти меня! Мне нужно вниз! Что за ерунда такая? Пусти меня! Радская медуза. Все, я с тобой опускаюсь. У меня все есть... А, вот он. Переиграть кнопка, я ее не видел. Нужно вот так. Да я знаю, что это Switch и будет счастье. Жмем и летим вот так дальше.
Хотя нет, вот так вверх. Жду, пока медуза уйдет. Хотя она уже ушла. Так что я опускаюсь вниз. Мне нужно вот сюда переждать. Да, все, сижу тут. Медуза, ползай наверх. Да, я иду вниз. Вот сюда. Блин, ну вот что я ударяюсь? Нет. Вот, блин. Мне вниз надо или куда? Ой-ой. О нет, смотри, попробую еще раз. Да! Мне кажется, вам тоже не нравится, как я туплю в этой игре. Ну, а вообще, я как бы их, наверное, скорее всего, обозреваю, потому что я еще и ссылки оставляю. Да, я обозреваю эту игру. И, блин, стойте, погодите. Ну, тут просто реклама была. Я хотел посмотреть, есть ли там внизу видео, как бы, обозрев этой игры. Спускаемся вниз и давай. Да, прошел. Медуза меня чуть не помешала. И идем туда. Сейчас мне, наверное, вверх нужно. Вверх. Угу. Это что за штука, не знаю. А, теперь знаю. Блин, где моя уже зеленая эта жидкость? Так, медуза, отойди. Все, и вверх. Да вот она, зеленая жидкость. Зеленая жидкость. Да, прошел этот дебильный игру уровень. Выход все бесит. Думал, буду проходить, а она меня вообще бесит. Патрик какой-то. Ой, на него кликнуть можно. А, мы ведь какой-то секретный уровень открыли. Ну, я открыл. Это я его открыл, а не вы. Вот тут Патрика спасти надо, что? Давайте спасем Патрика. Но тут дается целая минута 30, это значит, нужно будет тут думать и долго проходить. А я просто сейчас же сольюсь. Я хочу увидеть секретный уровень. Так, выход. Да, я хочу выйти. И где мой секретный уровень? Что-то память 1. А, память 2, память 3. Наверное, вот этот секретный уровень. А это что? Что-то босс какой-то? Или что это? Звук куда-то пропал. Да, звук игры пропал. Я вроде бы не нажимал отключить звук. О, это битва с боссом, ну-ка, чё тут? Ну, я сейчас сам умру. Да пофиг мне, что ты говоришь, мне нужно подобрать вот эту штуку и врезаться в босса, да? Я правильно понял, вот так? О, это же Ктулху! А, Ктулху! Ну, скорее всего, это Сквидвард. Он, наверное, это Ктулху. Потому что он, о, какой огромный, лежит на дне. Это, наверное, жизни. Да, это жизни. А как мне побеждать этого Ктулху? А, нужно под низом оползти, все, я понял. И вот так, чел, просто эпичнейшая битва с боссом. Эпичнейшая битва. А, вот это, наверное, в него нужно, чтобы прилетело. Нет? Бах! И что я сделал? Бам. И чё? Ударил я его. И нет, не смей в меня стрелять. О нет, посмотри, ты помнишь свой ум и топливо, попробуй еще раз. Ерунда какая-то. Давайте посмотрим всех боссов. Мне понравилось. Так, это был вот этот босс. Ой, вот это Ларри. Ну какой Ларри, вот этот, краб. У них, наверное, у всех одна и та же методика их побеждения. Где он? Это что? Это не Ларри. Это вот что? Отпусти меня вниз. О, вот он ты, эпичный босс. Ну куда ты пополз? Я так не играю. Ну-ка, чё у нас тут еще есть? О, вот он выпал. Давай, я к тебе. Ой, я тебя коснусь. Бам. Ерунда какая-то. Чё-то скучно как смотреть на этих боссов. Если захотите, сами посмотрите. Даже мне скучно. Всё, с вами был Павлюшка. Оставляйте комментарии. И помните, это все еще видео. Я его снимаю подряд после растения против зомби. И вот. Всем пока. Нет, не пока. Всем пока.